Приехали к Игорю Барабашу покупать старый комбайн, якобы. Это вот их машинка. Все открыто, нам скрывать тут нечего, как говорят. Смотри, они залезли, руки не суй туда, они уже полезли. Что-то провернут и руки зацепит. Говорят, обычно цены с уборкой падают. А нынче в этом году, Игорь говорит, еще только уборка начинается, и цены поползли вверх. Ну, если Господь благословит, то, может быть, и рассчитается хотя бы за 2 года. А мы электрический-то не брали, Сереж, датчик, нет? Серег, это, он не грелся, ничего? Посматриваю, так и должно быть. Все должно быть без обмана, чисто. Это Терентий Игоревич. А зачем его менять? Тополя как усохли. Это вот новый склад построил Игорь. 700, кажется, 20 квадратных метров. Помоги, Господи, чтобы все были довольны, и продавцы, и покупатели. И вот еще комбайн стоит один там, что старенькие были. Даже там, вон, около этой, вон там, около храма.
Ну, вот так вот посмотрел я на это. Купленный нынче в кредит, хороший комбайн, говорят. А на урывке там купил один, еще миллиона на 9, на 3 дороже. То есть 10 с лишним. Thank you.
техника такая. Трудяга, как мураш. Что такое, а? Алабайт, еще. Что кричишь, Алабай? Помоги, Господи, чтобы без обмана было. Я подошел, спросил, куда едут. Тут же обещают взять Шерстобитово, через Корющиху. Значит, той дорогой не пройти, ширина не позволит по дамбе. Я говорю, а сколько стоит? Он мигом тут же отвечает, да вот столько-то. Никогда никакой тайны нет, до чего легко с ним общаться.
А у нас тут есть такие, что жена не знает, сколько муж пенсии получает и считает нормально. Ну, то есть ничего нет, пустое. И на пустом старается создать тайну. А это так. И люди эти ему врагами не будут. То есть хоть и это поставили новое, все равно тут... Что? Вот это? А вот это, да. Показать сейчас вот тут. Но все равно мешкает. Море какая внизу или как называется. Все равно вот оттуда, то есть изначально оно сделано. А это рядом тут. Это вот окна школы. Школа по Зверяевке. А дальше храм. Храм. В окрестной и в районах-то даже нету. Храм. А тут храм. А такие маленькие только 10 дворов. Я тебе покажу сейчас, подхожу. Вот уже нива работает. Вот это храм. Ну, вот это бывший клуб. Это школа. Убрали начальную школу. Тут надпись почему-то. Вот так. Вот их. Собираются, смотрят. У нас тут надписи сделаны при въезде в деревню, что курить нельзя и прочее. Как так говорят? А разве такие знаки бывают? Бывают. Это у нас в уставе написано. Мало того, что в уставе, это устав находится в краевом отделе юстиции. Где у нас тут повороты сделаны? Что рыбачить нельзя у нас тут чужим людям. Вот на фоне этом 20 километров. Курить запрещено. И это не все. Так тронулся в путь. Спрашиваю, за сколько? Ну, за 4 сотни. Благослови, Господи, чтобы доехать.